Привет! Сегодня мы вместе с вами выберем на AliExpress домик или какой-нибудь пуфик Локи новенький закажем, потому что у него уже немного растрепались. Но для начала я покажу, какие у него сейчас есть. Вот такие вот два пуфика. Они оба с AliExpress. Этот уже, смотрите, весь драный такой, он его порвал. И застиранный он уже давно, я не знаю, вот как и Локи, наверное. Приобрела себе, купила, то вот и пуфик всех времен, уже целый год прошел. И второй пуфик, он еще нормальный, но тут тоже где-то дырочка уже была. Вот, и он потолще. Я когда выбирала, они как бы для морских свинок шли, но я взяла Локи. Вот такие вот два. Так, обычное полотенце, только оно уже все, смотрите, рваное пипец. Вот такая вот тряпочка, это я не заказывала, у меня была большая игрушка-собачка, и я просто ее разорвала и сделала вот такой вот, у него же дом есть синий, вы видели. И вот я под дом подкладываю, чтобы ему было мягко лежать, не холодно. И тоже, я говорю, игрушка была у меня большая, я разорвала ее и сделала ему вот такой вот круассан, он может туда залезать. И вот выходить отсюда, смотрите, удобно. Он, конечно, там редко тусуется, потому что у него домиков много и как бы и незачем. Но когда я на подоконник его летом ставлю, я ставлю этот пуфик, и ему когда, может быть, немножко холодно, либо еще как-то, может быть, твердо, он сюда залазит и спит. Вот, стираю вручную, потому что тут такие штуки из... Вешалка, вот, это вешалка алюминиевая такая вот. Я как бы ее отрезала и сделала. Получился вот такой вот круассан. В принципе, у него еще есть один дом, но он у него сейчас в клетке, поэтому доставать его не буду, пускай уж лежит. И как бы все. И сейчас с вами выберем какую-нибудь новенькую, можно даже две что-то. Поехали. Вбиваем в поиске для грызунов и найти. Я уже как бы нашла. Во-первых, смотрим, что тут есть, потому что помимо пуфиков можно еще что-то выбрать. Мой Локи не любит гамаки, он в них не тусуется, если только как подстилочку взять. Вот у Локи вот такой вот домик, видите, голубенький. 200 рублей, считай, стоит. Не знаю, за сколько я тогда брала, но он маленький ему. Это крыска вообще, кто это? Морская свинка, на кошку даже немного похожа. Идеально. Так, мне нужно вот это добавить в корзину. Прикольно, но единственное, это как гамачок идет, видите, он подвешивается. Не буду брать, не его это. Вот такую вот сумочку я заказывала ему в прошлом году, и я все ждала, я заказывала где-то в начале весны эту сумку вот для Локи, чтобы на улице ходить с ним гулять летом, но она так и не пришла. Вот, смотрите, вот эти вот пуфики, как у меня, тут разных цветов они есть. Так, видите, для морских свинок подходит. Они такие достаточно широкие. У меня уже есть голубой. И вот такой вот цвет у меня есть. И надо какой-нибудь другой заказать. Ну, голубой такой красивый. Закажу, может быть, еще раз. Ну, ладно, розовый возьму. Мне очень нравится розовый цвет. Блин, розовой эльки нет. Голубой элька. А такой есть? Может, такой заказать розовый? А это какой? Некрасивый. Такой у меня есть. Ладно, возьму розовый эльку. И добавить в корзину. Еще, видите, выбираете, и тут вам похожие показывают. Это интересно. Посмотрим вот это. А, куда вы перелистываетесь? Это уже закинем в корзину, а потом уже отфильтрую в корзине, какой мне нравится, какой нет. Слушайте, вот такая подстилочка у меня похожая, мне кажется, вот есть у Локи. Посмотрим. Слушайте, они на самом деле удобненькие. Может быть... Это вообще для сковородок и все такое. Ну, блин, я для Локи такие. Во, да, у меня такая вот как раз на это лежит. Возьму-ка я для Локи. Сколько она стоит? 20 рублей. Вообще круто. Так, надо выбрать цвет. Да, цвет на самом деле вот серенький, прикольный. Розовенький у него есть. Вот этот. А, это как раз у нас сейчас лежит. Тогда давайте вот этот. Или розовенький такой? Не, давайте вот этот. Добавить в корзину. Вот этот еще прикольный пуфик. Блин, мне вот так нравится белый цвет, но, блин, белый цвет для Локи, это, конечно же, убийственно. Вот такой вот мостик.
Из деревяшек я Локи заказывала, когда он был поменьше, и клетка у него была намного меньше. Конечно, он забавный, но клетка была у меня тогда маленькая, и, ну, как бы он был лишним. Посмотрите, кто это тут ко мне пришел? Ты что, пришел выбирать клетку? Такой, мне не нравится этот цвет, я хочу синий. Вот и мой маленький пухляш. И я перешла в корзину, чтобы выбрать точно какие пуфики мне все-таки заказать. Но, в принципе, наверное, я закажу ему все розовое. Хорошо, что он не различается. Стоп. Вот этот, наверное, возьму точно. Вот этот возьму, он удобный. Коричневый пуфик я не буду брать, удалить. Ок. Вот этот, какой-то из этих двух надо взять. Вот этот у нас 112 рублей стоит, этот у нас 135. Но мне нравится больше, который за 135, поэтому я этот удалю. Окей. И вот это вот закажу ему. На этом, ребят, наверное, все. Как придут мои пуфики, я распаковку сделаю и запишу видео.